Дзянджо, ми востаннє бачилися 7 років тому. Як Борис Апрель зважився на такі кардинальні зміни? Зміна статі. Ну, це дуже сміливий крок. Знаєте, коли ти чувствуєш дискомфорт в собственном тілі, тому що у мене жінська душа, мужське тіло, нужно, чтобы была какая-то гармония, баланс. Я этого жаждала многие годы. И пришло время. Я так розумію, що цей час для тебе настав в Америці. Мне понравился менталитет в Америке. Там относятся к людям трансгендерам с уважением. Они точно такие же, как и все люди. У них равные права. Вот. И мне очень хотелось, чтобы такі времена настали однажды в Україні. Я дуже мечтаю. Після твоєї появи у шоу «Голос країни» дуже багато розмов про зміну статі, про те, як Борис Апрель перетворився на Дзянджо. І це для тебе було сміливим рішенням. Як взагалі ти почуваєшся у шоу «Голос країни»? Хорошо. Ну, єдине, я зустріла одного гомофоба, одного расиста. Я в шокі. Тут за лаштунками це були учасники? Це учасники, да, я не буду називати імен. Мені сказали, а чому ти вирішила змінити пол? А чого? Ти ж була мужик, да. Не нужно було це делать і различні словечки. Угу. Неприятне. Як складається твоє приватне життя тепер? Я свободна, но я хожу часто на свидания, как и каждая девушка должна, чтобы понять, какой ей нравится мужчина. Все нормально. На слепых прослуховываниях до тебя развернулись все тренеры. Ты обрала Потапа. Чому? Как можно ему было отказать? У него были реально влюбленные глаза, восторг, много хороших слов. Посмотрите, какая красивая девушка. Может, я влюбился, Сережа, ну дай сказать. Давай, говори. Я влюбился в Дзянджо. Ты знаешь, как подкупают мужчины. Они могут сказать что-то, какие-то слова, и женщина ведется там, она ушами. Продюсеркою Бориса Апреля була Наталя Могилевська. Чи зараз Дзянджо зустрічалася з Наталею Могилевською, чи підтримуєте ви зв'язок? Ми, к сожалению, не поддерживаемся с Наташей. Я сама себе продюсер сейчас. Ну, если я где-то увижу ее, я всегда подойду, обниму, потому что она мой первый учитель, я ей очень благодарна.